Уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции, от лица Департамента безопасности УАО РЖД и от себя лично приветствую всех участников. Надеюсь на конструктивные диалоги и практическое применение полученных знаний и навыков на этой конференции. Спасибо. Как ты считаешь, насколько важна сейчас экономическая безопасность в России? Насколько это важно и насколько высока роль транспорта во всем этом деле? Ну, что я могу сказать? Экономическая безопасность, она важна всегда. Не только конкретно сейчас, а во все времена. Также можно сказать, что, конечно, она стала актуальнее в последние годы, когда страны Запада стали все более и более пытаться нам подсолить. Поэтому в последние годы это особенно актуально. Что касается транспорта, транспорт — это кровеносная система нашей страны. От нее исходит национальная безопасность, экономическая безопасность. Здравствуйте, я Екатерина. Я учусь на четвертом курсе специальности экономическая безопасность в Российском университете транспорта, естественно. И сегодня я как слушатель сижу на этой конференции, а также я буду участником. Мы писали, получается, с корешевой Ольгой Викторовной нашу статью и будем ее представлять на сегодняшней конференции. Привет, мне очень приятно поучаствовать в данном мероприятии. Меня зовут Яна, я учусь на третьем курсе экономической безопасности, группа СБ-341. Слушай, круто. То есть непосредственно твой учебный профиль связан с тематикой конференции. На самом деле это очень круто. Я бы хотел узнать, ты здесь, получается, в роли волонтера, если я не ошибаюсь, верно? Да, на самой конференции я присутствовать не присутствовала, но была волонтером, то есть помогала с размещением гостей, регистрировала их. Как-то на самом деле я очень рада, что у нас такая замечательная кафедра, ведь на этой кафедре очень приятные преподаватели, со всеми можно найти общий язык, они очень добрые, всегда помогут в трудную минуту, поэтому наша кафедра самая лучшая.